После нескольких лет ожидания бесперебойное газоснабжение села Даулет обеспечила АО «Кастрансгаз Аймак». В этом населенном пункте Мунайлинского района почти 1500 жителей. По словам сельчан, в канун Нового года это один из лучших подарков. Бадагоз Китайбекова до сих пор не может поверить, что не нужно проверять остаток газа в баллонах и торопиться заказывать новый. Теперь ее дом подключен к централизованному газопроводу. Во-первых, по словам женщины, это безопасно для ее семьи. А во-вторых, реальная экономия бюджета. Каждый месяц на протяжении 4 лет мы платили по 50 тысяч тенге за газовые баллоны и всякий раз переживали, чтобы не произошло утечки. Сейчас же я спокойно, можно готовить, не переживая, что газ закончится. Ну и, конечно, большая разница в оплате. Вместо 50 тысяч тенге сейчас будет выходить около 7-8 тысяч тенге. Большое спасибо работникам Кастрансаймака и Акимату. В Даулете газа уже подключено 15 домов, но уже в ближайшее время планируется подвести голубое топливо к еще 25. Тут дело уже за владельцами недвижимости. Подключают по поступившим заявкам. Мангистауский производственный филиал АО «Кастрансгаз Аймак» вот совместно с акиматом Мунайлинского района провел данные работы в оперативном порядке. Да, нам хотелось успеть, во-первых, в первую очередь до отопительного сезона, чтобы люди, наши рядовые газостанции, были в тепле, в условиях, чтобы был домашний уют. И вот в канун Нового года мы все эти работы произвели, завершили. Хотелось бы, чтобы они также встретили в тепле и радости Новый год. Поздравляю жителей с приходом голубого топлива. Газовики «Кастрансгаз Аймак», пользуясь случаем, напомнили жителям о соблюдении правил безопасного использования природного газа в быту. Станислав Нагиев, Фархад Шаткам, Астана Таймс, Мангистауская область.